Приветствую вас в новом видеоуроке, в котором мы с вами разберемся с геометрическими фигурами, которые присутствуют в Corona SDK и которые можно использовать по умолчанию в этом движке. Также заходите на сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации по этому видеокурсу. Ссылка на этот урок в описании к этому видео. В движке Corona SDK есть несколько типовых геометрических фигур, которые можно использовать в своем приложении для дизайна. Это такие фигуры, как круг, прямоугольник, линия, прямоугольник со скругленными уголками и полигон. С помощью последнего можно также делать треугольник, звезду, ромб, трапецию и тому подобные вещи. В ходе этого урока мы с вами будем использовать такие геометрические фигуры, как круг, а также прямоугольник со скругленными уголками. Мы соединим обе эти фигуры и получим новую уникальную фигуру. Все остальные фигуры, такие как треугольник, трапеция, полигон и прочие, они работают по тому же принципу, что и мы будем работать с кругом и прямоугольником. А соответственно, вы с ними сможете сами разобраться и в дальнейшем работать самостоятельно. Кроме того, также они все будут еще описаны в официальной документации от Corona, и там вы можете прочитать про них еще больше информации. Ссылку на официальную документацию я оставлю в описании к этому видео. Здесь вы можете более подробно прочитать про дисплей и про его методы. Это такие как New Circle, New Group, New Image, New Line, New Sprite, New Text и тому подобное. Мы же с вами будем использовать лишь New Circle для создания нового круга, а также New Rounded Rect для создания прямоугольника со скругленными уголками. Первым делом нам необходимо создать новую переменную, в которую мы поместим ширину нашего экрана. Это необходимо для того, чтобы мы могли разместить, к примеру, прямоугольник на всю ширину экрана. При этом мы еще добавим небольшие отступы, чтобы он прям не прилегал к краям экрана, а чтобы были еще небольшие отступы, что здесь, что здесь. Для этого мы создаем новую переменную. И в переменную мы можем, конечно же, просто указать число 540, и это будет та ширина, которая вот здесь у нас записана. Но лучше так не делать, лучше брать динамический. Все эти значения, а динамически их можно брать следующим образом. То есть мы это, в принципе, уже с вами даже проходили. Мы берем display, мы берем content bits. Вот, мы примерно это уже с вами проходили, когда мы работали еще со вторым уроком. Но, тем не менее, content bits, оно выдает нам ширину экрана данного устройства. То есть, например, в нашем случае сейчас это будет 540 там пикселей, к примеру, да. Плюс мы к нему отнимем число 20. Это необходимо для того, чтобы у нас был отступ по 10 пикселей что слева, что справа. И таким образом наш прямоугольник в приложении он не будет прилегать к краям экрана, и, конечно же, это будет выглядеть намного уже лучше. Далее мы давайте изначально лучше создадим сам круг. Для круга нам, в принципе, не нужна ширина, потому что круг у нас будет просто находиться примерно здесь вот в центре. И, соответственно, для его создания нам также необходимо использовать display. И далее у него использовать метод, который называется newCircle, который я уже ранее показывал вам в документации. Вот он, соответственно, здесь есть. Здесь, кстати, в документации описано все те параметры, которые необходимо передавать в него. И, соответственно, если вы что-то еще дополнительно не поняли, то документация вам очень будет хорошо в этом всем помогать. Она будет позволять вам понять, что необходимо еще добавить в сам метод newCircle или там любой другой метод, чтобы все работало корректно и у нас действительно отображался там круг, например, текст, например, какой-то прямоугольник, трапеция и тому подобные вещи. Соответственно, в этот метод нам необходимо передать такие штучки, как координаты самого круга, то есть это точка по x, а также точка по y, и еще радиус самого круга. Поэтому мы изначально передаем вот что. По x у нас круг должен находиться ровно по центру, а поэтому мы ставим следующее. Мы указываем display, дальше берем content center и еще x. Ну, то есть по x он у нас ровно будет находиться по центру. Опять-таки напомню, что отчет ведется, что нулевая точка x0, y0, она находится вот здесь, в левом верхнем углу. Поэтому мы не можем просто установить, что x у нас будет равно нулю. Если мы такое установим, то он у нас будет вот здесь находиться по x. Соответственно, это плохо. Поэтому мы устанавливаем, чтобы он находился ровно по центру. Далее, по y мы давайте установим, чтобы он находился на расстоянии 74 пикселя сверху. Ну, то есть он где-то будет вот здесь у нас находиться, на расстоянии 74 пикселя, ну, от верха, от края телефона. И далее радиус, указываем радиус, который будет равен 60, к примеру. Вы можете указать другой радиус, мне, например, я думаю, такой как раз подойдет. Теперь мы это все можем сохранить и замечаем, что у нас действительно появился здесь круг. Кроме того, давайте мы спрячем статус-бар, потому что он здесь, ну, никак не вписывается в наше приложение, поэтому мы используем display, дальше set status
bar используем метод, и в нем опять-таки используем display и прописываем следующее: hidden status bar. Ну и, соответственно, после этого у нас исчезает status bar. Выглядит все уже намного лучше. Теперь же давайте зададим цвет для нашего круга, потому что сейчас он белый, и это не особо круто. Мы можем задавать цвет двумя способами в данный момент. Первый способ — это мы указываем, после того, как мы создаем новый круг, мы указываем двоеточие, и дальше мы прописываем set fill color. Вот, и это метод, в который принимает RGB цвет. Мы можем указать опять-таки три параметра, один параметр, два параметра и так дальше. Я же, например, просто пропишу 244 и разделю это на 255. Таким образом, мы получаем то, что у нас каждый элемент, то есть вот это первое, второе, третье число, оно будет равно 244, и оно плюс делится на 255. Таким образом, наш цвет, например, становится более сероватым, но это, в принципе, никак не видно, поэтому давайте мы, наверное, установим, например, 122, и заметим, что да, теперь он у нас точно стал уже более серым. И так, в принципе, оставим. Кроме того, это был первый способ, как мы можем добавлять цвет к объекту. Второй же способ заключается в том, что мы можем создать новую переменную. К примеру, я создам новую переменную и установлю в нее создание нового объекта. То есть это display new circle. Соответственно, установка здесь цвета уже не нужна. Но зато мы можем использовать саму переменную. Это взять circle и дальше установить set fill color для нее. Если мы такое обновим, ну и давайте, наверное, хоть немножко поменяем какой-то цвет, еще более серый будет, да, не особо видно, но тем не менее, он еще стал более серым, то, в принципе, тоже все абсолютно работает, и таким образом мы теперь имеем еще дополнительно переменную, к которой мы можем в дальнейшем ссылаться и устанавливать, и вообще работать с свойствами этого объекта. Вообще, такие переменные стоит создавать, если вы хотите в дальнейшем работать с самим объектом. То есть, к примеру, с этим кругом, если я хочу в дальнейшем, чтобы он еще был там у меня, чтобы он у меня там в два раза увеличивался, или, например, я хочу менять его цвет, или я там, не знаю, хочу его передвигать, то, соответственно, лучше создать саму переменную на этот объект, и дальше я уже смогу работать с этим объектом. Если же мне не нужно будет работать в дальнейшем с самим объектом, то и переменную можно не создавать. И теперь займемся созданием прямоугольника. Для создания прямоугольника нам потребуется использовать метод, который называется newRoundedRect. И, в принципе, вы можете его также найти в документации, почитать про него и узнать, какие конкретно параметры в него передаются и как он вообще создается. Но дополнительно, конечно же, я об этом всем еще вам сейчас расскажу. Итак, такой прямоугольник, он принимает 5 параметров. Первый параметр — это координата по x, второй — координата по y, третий параметр — это ширина прямоугольника, четвертый параметр — это высота прямоугольника, и пятый параметр — это радиус скругления уголков. Соответственно, давайте теперь это все создадим. Создается оно через display, дальше мы прописываем newRoundedRect. Вот, и далее передаем 5 в него параметров. Первый параметр у нас будет совпадать с первым параметром newCircle, то есть мы хотим, чтобы этот объект у нас находился по x ровно по центру, по координате x ровно по центру, поэтому мы берем content center x. Второй параметр — это у нас расстояние сверху по y, получается, по координате y. Если здесь мы использовали 74 пикселя, то здесь пускай он у нас будет находиться еще ниже, вот, например, где-то здесь, чтобы он у нас находился. Поэтому мы будем использовать, например, число 110. То есть 110 пикселей сверху у нас будет отступ для нашего, получается, прямоугольника. Третий параметр – это ширина прямоугольника. Здесь мы указываем как раз нашу переменную w. Она у нас будет, то есть наш прямоугольник будет полностью на всю ширину экрана, но минус 20 пикселей. Это означает, что минус 10 пикселей с этой стороны и минус 10 пикселей с этой стороны. Поскольку у нас находится ровно по центру, то и ровно вот эти по 10 пикселей будет с одной стороны и с другой стороны отступы. Вот. Четвертый параметр – это высота. Высоту можете задать какую угодно. Я, например, скажу, чтобы он был на 100 пикселей. Вы можете указать, чтобы он был там 200 пикселей, 300 пикселей или там 10 пикселей. Ну, как угодно. Это просто высота. И последний параметр – это радиус скругления уголков. Соответственно, его мы можем указать тоже каким угодно. К примеру, я укажу 10 пикселей, ну, даже могу 15 пикселей. И, в принципе, потом посмотрим, что из этого у нас получилось. Далее зададим для него еще дополнительно set fill color, то есть цвет, и установим его точно таким же, пускай этот цвет, как и для нашего
круга. После чего мы получаем, что вот такой вот у нас дополнительный прямоугольник сформировался. И вообще у нас, поскольку один объект накладывается на другой объект, и плюс они имеют одинаковый цвет, то у нас вообще получилась новая уникальная фигура, которая выглядит достаточно неплохо, и, с которой, и в которую мы можем поместить текст или что-то другое, и будет это выглядеть достаточно хорошо. Вот. Кроме того, конечно же, мы можем увеличить высоту, например, этого объекта, указать, чтобы он был 200 пикселей, ну и, конечно, тогда лучше его и разместить чуть ниже, к примеру, пускай даже 150 будет пикселей, вот, и мы получаем нечто подобное. Но первоначальная версия мне даже больше нравилась, поэтому остановимся на ней и установим вот такую вот фигуру. Кроме того, давайте уже, чтобы наше приложение действительно выглядело достаточно хорошо, то мы установим с вами display set default и установим задний фон для нашего приложения. Здесь мы изначально указываем, что мы устанавливаем background и указываем цвет. В моем случае это вот такие вот числа, потому что я их уже нашел в color picker, вот я их скопировал, и, соответственно, последнее, что мне необходимо сделать, это разделить их на 255, чтобы получить действительно нужный формат для Corona SDK. После чего видим, что действительно все у нас изменилось, все выглядит достаточно хорошо. Мы также можем изменить цвет и для, например, наших, например, вот этих геометрических фигур, и что мы можем тоже сделать, пускай уже, чтобы все прям идеально красиво выглядело. То есть установим такой, например, цвет. Сейчас мы его скопируем еще раз повторно для второй фигурки. И приложение у нас после этого, можно сказать, с геометрическими фигурами готово. Да, немножко кислотные цвета получились, но тем не менее, я не дизайнер, можно и так оставить. Вот. Тем не менее, у нас действительно получилось приложение, в котором есть геометрические фигуры. Они накладываются одна на другую, и выглядит это все достаточно хорошо. На этом наш видеоурок подошел к концу. В нем мы разобрали такие вещи, как геометрические фигуры. Их действительно много. Дополнительно вы их можете почитать в документации. Дополнительно мы с ними еще будем сталкиваться в ходе этого видеокурса. Но, тем не менее, мы должны были затронуть эту тему, чтобы у вас не возникало каких-либо вопросов, а как создать там круг, а как создать там, например, треугольник. Вот. Причем треугольник, он опять-таки тоже здесь создается, и вы спокойно потом сможете с ним работать. На этом же все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com. Все ссылки будут в описании к этому видеоуроку. До скорых встреч, пока!